не выступить или вопрос? Да, выступить, да. Совет муниципальных образований сегодня вносил два законопроекта в Московскую городскую думу. Один связан с законом о муниципальной службе в городе Москве, и проводился этот закон в соответствии с федеральным законодательством, который предусматривает об отпусках, который предусматривает для муниципальных служащих 10 дней дополнительного отпуска и 3 дня отпуска за ненормированный рабочий день. Так как все это приводилось в соответствии с федеральным законодательством, то единственная норма, которая сохранилась и была на самом деле до этого предусмотрена в этом законе, это 10-дневный отпуск, и за каждый год муниципальной службы добавляется один день к дополнительного отпуска за стаж работы. Второй закон о внесении изменений в закон номер 56 об организации местного самоуправления в городе Москве, касался он организации работы по противодействию терроризму и экстремизму. Тоже в соответствии с федеральным законодательством конкретизировались те положения, которые уже в московском законодательстве присутствуют, и теперь органы местного самоуправления участвуют в организации мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму, проводимых федеральными органами власти и органами исполнительной власти города Москвы. Также муниципальным городским округам и поселениям города Москвы даны еще дополнительные полномочия по пропагандистской и идеологической работе в сфере противодействия идеологии терроризма и их проявления. Кроме того, уточнено то, что муниципальные образования должны организовывать антитеррористическую защищенность помещений, которые находятся в муниципальной собственности или в ведении муниципальных образований. Скажите, пожалуйста, каким образом органы местного самоуправления будут участвовать в террористическом учреждении? Значит, на сегодняшний день, к примеру, да, вот органы местного самоуправления участвуют в заседании каких-то террористических комиссиях, если какие-то мероприятия предусмотрены протоколами этих антитеррористических комиссий, то они их исполняют. Они, я могу просто на примере даже городского округа Троицка сказать, что мы участвуем в учениях, которые проводят спецслужбы федеральные, и тоже нас привлекают для организации взаимодействия в случае таких чрезвычайных ситуаций. Нет, это полномочия старое, оно просто уточнено. Раньше оно не было связано с участием органов федеральной и исполнительной власти города Москвы. Поэтому сейчас конкретизируется то, что органы местного самоуправления участвуют в тех мероприятиях, которые проводятся федеральными органами исполнительной власти города Москвы.